Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео, в самом первом, мы рассматривали таких пушистиков, которые я купила, только двух котят и одну собачку. Собачка это вот эта была, но о ней позже отдельный обзор на щенков. Теперь, как вы видите, у меня уже вся коллекция котят. Вот, значит, в прошлый раз я показывала вот этого котенка вам, которого зовут Вайс. Он вот такой вот оранжевый. Он сидит и держит в руках рыбку. И вот этот котенок был еще вместе с Вайсом. Его зовут Шкода. Вот он такой синий. И он подтягивается. Вот, лапки у него, кстати, в передние сделаны вместе, вот как одна лапа, а вот здесь видно, что две, то есть они вместе вот тут. Вот он вот так вот подтягивается, как бы. Они, здесь немножко неровная поверхность, они падают, поэтому будут лежать. Вот, значит, теперь рассмотрим других пушистиков, которых я уже собрала, успела всех 10. Вот, значит, вот этот котенок беленький. Ушки у него веслоухие. Породу не знаю, потому что у котят порода не пишется, как у собачек. Вот он такой беленький. У него как бы здесь идет пушистая сзади шерсть. Наверное, это персидский кот веслоухий. Я так думаю, потому что у него хвост очень пушистый, вот большой. Он тоже сидит, и вот такой у него красный бантик. И этого котенка у нас зовут Фантик. Следующий котенок вот такой вот синенький тоже, как Шкода. И у него веслоухие уши. Он вот залез на клубочек, и он любит играть очень с нитками. И его зовут Макс. Следующий котенок вот такой вот тоже миленький котенок серого цвета, коричневого точнее, с голубыми глазами. И он сидит на попке вот и держит в руках сосочку с молоком, потому что это самый маленький котенок, и она очень любит молочко. Зовут ее Лаки. Следующий мой котенок это вот такой вот с большими ушами. Он у нас лежит вот так вот. Вот лапки его, хвостик. Уши большие, потому что он очень любит слушать. И зовут этого котенка Тедди. Следующий мой котенок вот такой вот на коврике. Он лежит. И лапками кверху, вот, как будто играет он. Этого котенка зовут Сиама. Наверное, сиамская кошечка. Единственное, что я знаю породу вот этой кошечки сиамской, потому что ее зовут Сиама. А остальных породу неизвестно. Следующий котенок вот такой вот в корзиночке. Это у нас самый маленький котенок по размерам, потому что она умещается где хочет, в любой как бы емкости, и особенно в своей любимой корзиночке. Зовут ее Кэти. Она такая белая, тоже здесь у нее синие полоски и синие уши вот здесь внутри. Хвостик у нее вот торчит из корзиночки. Следующий мой котенок это самый любимый из всей коллекции. Это тигра. Вот она такая оранжевая, с хвостиком, потому что все остальные либо сидят, либо вон в корзиночке с клубочком, подтягиваются, и они не очень так красивы, как тигры. Тигра же она вот стоит полностью на четырех лапах и очень красивая. Поэтому это мой самый любимый котенок номер один. Второй самый любимый котенок мой вот этот вот, Тедди. Еще мне нравится Кэти, вот эта вот, она очень смешная. Ну, нравится Сиама, Вайс, но если так посмотреть, то мне нравятся все. В котят в коллекции пушистиков некрасивых нет. Но
Тигра, котенок мой самый любимый. Вот у нее такой бантик, она очень любит смотреть мультики. Ее любимый герой это Белоснежка. И вот этот вот последний котенок недостающий, который мне попался самый последний, у меня его не хватало. И вот он мне попался наконец-то недавно. Поэтому среди повторов у котят у меня очень мало. Я их покажу сейчас вам, все мои повторы. Это у нас котенок по имени Фиш. Блин, мой кот оставляет просто реальный кот, оставляет везде следы шерсти. И я их положила просто сюда, и они уже, он все в шерсти от кошачьей. Надо будет собирать у них шерсть, отряхивать всех игрушек. Вот, значит, такой белый котенок, он тоже сидячий у нас вот сидит. И рядом с ним вот находится вот такой вот аквариум, где нарисована рыбка. На картинке, где про них написано все, кто они, их имена, их, ну, любимые занятия. А на картинке у него нарисована рыбка внутри, как бы, аквариума, и он выглядит на картинке прозрачным. А здесь вот просто рисунок. То есть аквариум сам весь синий, внутри он ничего нет, тоже заделано все. И рыбка. Но это аквариум. Он очень любит есть рыбку, поэтому его зовут Фиш. Потому что Фиш переводится как на русский рыба. Ну вот, это все были мои как бы оригиналы моих пушистиков. А теперь перейдем к повторам. Вот, значит, у меня попался вторая тигра. Вот она. Их у меня две. Но я очень рада, потому что тигра мой любимый котенок. И еще я покупаю этих пушистиков не только потому, что они очень красивые, мягкие, такие на ощупь и очень забавные, а еще потому, что я этих пушистиков покупаю именно для моих кукол Ever After High и Monster High в качестве домашних питомцев. Кукол у меня 62, 61 штука, и пушистиков я всем их раздам. Может быть, даже кому-то не хватит. Вот, но у меня еще есть маджики. Ну вот, в общем, у меня две тигры. Так, значит, тигру мы уже убираем, потому что тигры у меня всего две. И вот, значит, у меня еще два Макса попалось, прежде чем я нашла своего последнего Фиша. Кстати, Фиш у меня один. И одна Кэти тоже. И один Фантик. Вот этих зверушек у меня по... А, нет, вот этих три у меня по одной штуке. Тигры уже две. Вот, два Макса. Вот, значит, две кошечки Лаки. Так, вот, значит, у меня еще две Сиамы. Так, ну Вальс не стоит, он плохо, он падает, он, потому что сидит неустойчивый. Вот, значит, у меня два Вальса котенка. Так, Шкоды у меня попалось три. Вот они, три Шкоды моих. И два котенка Тедди. Вот, значит, вся моя коллекция пушистиков котят, которых я собрала. Все 10 штук.